сочное, питательное блюдо среднеазиатской кухни понравится всей семье, а особенно придется по вкусу мужчинам, а время, потраченное на приготовление, компенсируется вкусом блюда. Хашаны у меня в праздничных блюдах, готовлю их только на праздники, очень вкусные, но занимает много времени на приготовление, начинка к ним подходит самое разное, а рецепт приготовления хашан очень простой, и время, которое вы потратите на приготовление их, с лихвой окупится вкусом. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Сначала нам необходимо замесить тесто, как на пельмени, смешаем просеянную муку, соль, воду и яйцо, тесто делим на кусочки и раскатываем не очень тонко на небольшие лепешки, можно с помощью стакана вырезать кружки. Готовим начинку, смешаем фарш, мелко нарезанный репчатый лук и перья зеленого, кубики сладкого перца, добавляем соль и перец по вкусу и перемешиваем, чтобы хашан получился сочнее, лучше мясо порезать мелко. Выкладываем начинку на лепешки, чем больше, тем вкуснее и сочнее, но не перестарайтесь. Сворачиваем как манты, хотя я видел несколько разных вариантов сворачивания, то делайте как умеете, косичкой или как классические манты, главное хорошо защипнуть. Жду ваших лайков и комментариев. Разогреваем сковородку с растительным маслом или с кусочками сала и отправляем туда хашаны, обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Дальше выкладываем все хашаны в сковороду, наливаем немного воды, где-то до половины сковороды, накрываем крышкой и тушим на маленьком огне минут 30-40, но если есть мантоварка-пароварка, все это можно сделать в ней. Готовые хашаны посыпают мелко нарезанной зеленью и подают с любым красным соусом. Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Мука, 2 стакана, можно чуть больше, яйцо 1 штука, вода 3-4 стакана, соль 1 чайная ложка, по вкусу, фарш 300-400 грамм, репчатый лук 1 штука, зеленый лук 2 пучка, сладкий перец 1-2 штук, черный молотый перец, половина чайных ложки, по вкусу, количество порций 5-6. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. До встречи на канале!